Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Радкевич, я специалист по продуктовой коммуникации Beauty СНГ, и сегодня я предлагаю вам поговорить про уход за кожей. Знаете ли вы, что кожа – наш самый крупный орган? Она весит около 5 килограмм и имеет площадь 2-2,5 квадратных метра. Кожа – это скафандр, который дан нам на этой планете для того, чтобы защитить нас, наш внутренний мир, наши внутренние органы от недоброжелателей и опасностей окружающего мира. И можно сказать, что кожа — это рекламный билборд нашей жизни. Она показывает, как мы к себе относимся, насколько мы за собой ухаживаем, как мы питаемся, какие привычки имеем и каковы наши взаимоотношения с солнцем. Здоровая кожа обновляется каждые 28 дней и на более чем 60% состоит из воды. Компания Oriflame знает о коже все. И уже более 53 лет мы занимаемся тем, что изучаем кожу все больше и больше. Мы предлагаем многообразие средств, где каждая девушка найдет то, что подойдет конкретно ей с ее типом кожи, возрастом и бюджетом. Давайте же поговорим о коже и узнаем о ней как можно больше. Когда вы слышите словосочетание «красивая кожа», что вы представляете себе? Я думаю, что вы представляете молодую, упругую, тонизированную кожу, достаточно увлажненную, имеющую ровный тон, сияющую и лишенную каких-либо несовершенств. Как правило, такая кожа бывает в молодости. Обязательное условие красивой кожи – это увлажнение. Мы более чем на 60% состоим из воды, наша кожа в том числе очень зависима от количества влаги. Что отличает изюминку и виноградинку? Именно количество влаги. Я думаю, что мы хотим выглядеть так же упруго и сочно, как виноградинки. Еще одна отличительная черта красивой кожи – это ровный тон. Посмотрите на эти два, в общем-то, одинаковых яблока. Да? Одно яблоко абсолютно ровное, глянцевое, а другое имеет несовершенство. Вот эти несовершенства – пигментные пятнышки, которые могут возникать по разным причинам. Прежде всего, от воздействия солнечных лучей. Также это может быть гормональная пигментация или посттравматическая. Согласитесь, что это не может быть украшением кожи. Поэтому отличительная черта здоровой, красивой кожи – это ровный, гладкий тон. Ну и если мы говорим о красивой коже, это отсутствие морщин, потому что красивая кожа, она упруга, она полна тонуса, сил, энергии и лишена каких-либо несовершенств. Что же влияет на старение кожи и на то, что она становится менее совершенной, чем мы хотели бы? У меня есть прекрасная новость для всех девушек, которые хотят сохранить молодость и красоту кожи на долгие годы. Мы можем повлиять на 80% всех процессов, которые протекают в нашей коже и которые ее видоизменяют. О чем я говорю? На такие понятия, как генетика, возраст, половая принадлежность, расовая принадлежность, отводится всего 20%, то есть это биологические факторы, которые влияют на старение кожи. Всего лишь 20%. То, что мы не можем изменить. 80% – это наш образ жизни, это окружающая нас среда, это наши привычки. И, конечно же, это уход за кожей. Именно на эти 80% мы с вами можем повлиять, если есть такое желание. Только от нас зависит, сколько мы спим. Потому что сон – это возможность восстановиться организму, и в том числе восстановиться клеткам кожи. Только от нас зависит, как мы питаемся, есть ли в нашем рационе все необходимое – белки, медленные углеводы, витамины, минералы, жирные кислоты, которые необходимы нашей коже для того, чтобы она сохраняла свою красоту, была как можно дольше упругой и эластичной. Только от нас зависит, есть у нас вредные привычки или же мы ведем здоровый образ жизни для того, чтобы сохранить свое прекрасное самочувствие и красоту своей кожи. Ну и солнечное излучение, по мнению ученых, 95% всех процессов раннего старения связаны именно с агрессией солнечных лучей. Это так называемое фотостарение. Это, конечно, тревожная информация, но когда мы знаем, мы вооружены, и мы можем защищаться и защищать свою кожу от ультрафиолета, замедляя процессы старения и избегая фотостарения и пигментации, вызванной солнечными лучами. Что происходит с возрастом? Какие процессы характеризуют старение кожи? Постепенно замедляется клеточный обмен. С 28 дней этот процесс растягивается на 40, 50 и даже 60 дней. То есть в возрасте около 60 лет процесс обновления клеток кожи занимает уже не
календарный месяц, а порядка 3 месяцев. Чем медленнее обновляются клетки, тем более тусклой, к сожалению, выглядит наша кожа. Замедляется и выработка коллагена и эластина, стратегически важных волокон, отвечающих за тонус, упругость, эластичность и отсутствие морщин. Кожа накапливает шлаки, токсины, становятся тусклой, становится более сухой, не отражает свет, теряет влагу, и из-за потери коллагена и эластина на ней появляются морщины и начинает плыть овал лица. Это процессы, которые характеризуют старение кожи. Нам есть что предложить современным девушкам и женщинам, которые хотят замедлять процессы старения. Более 53 лет мы эксперты в том, что касается средств по уходу за кожей. Мы готовы предложить прекрасные антивозрастные средства и серии, которые решают ваши индивидуальные задачи и помогают продлить красоту кожи. Сейчас мы посмотрим видео, где вы узнаете больше о философии бренда Oriflame и о том, как мы подходим к созданию наших средств. Я люблю природу. Бег дает мне вдохновение. Это мой способ медитации. Я люблю бросать себе вызов. На работе или в жизни мне всегда важно пройти лишнюю милю. Меня зовут Сириль, и я работаю в отделе тестирования продуктов Oriflame. Одно из наших отличий от других компаний в том, что мы думаем о формуле продукта как о едином целом. Мы не просто тестируем один отдельно взятый ингредиент, мы тестируем весь продукт целиком. Все продукты из портфолио Oriflame работают так, как мы обещаем. Это подтверждают наши исследования, и мы тщательно следим за тем, чтобы они проводились в соответствии с научными принципами. В Oriflame мы проводим клинические тесты в разных частях света. Потому что кожа у людей везде разная, и у нее разные потребности. А значит, нам нужно быть уверенными, что наши продукты работают для каждого человека. Задача специалиста по продуктовым характеристикам – так рассказать о научных разработках, которые лежат в основе наших продуктов, чтобы это было понятно и доступно всем. Вот почему я всегда хотел присоединиться к Oriflame. Мы хотим во всем пройти лишнюю милю, как для самих себя, так и для наших клиентов. Каждый раз, когда я смотрю это видео, я тоже вдохновляюсь тем, как душевно, с какой страстью наши ученые подходят к созданию средств. 4 принципа, которые лежат в основе производства продукции компании Oriflame, это интеллектуальность, научный подход, простота и забота о природе. И благодаря этим принципам вы можете быть абсолютно уверены в качестве продукции, которую вы выбираете для своего ежедневного ухода. Почему же средств по уходу за кожей должно быть несколько? А почему это комплексный подход? Почему не одно какое-то чудесное волшебное средство? Ну, дело в том, что у кожи есть разные биологические потребности. И уход за кожей – это как командный вид спорта. Представьте себе футбол. В дворовой футбол можно сыграть и втроем, да, потому что это больше развлечение, да, нежели профессиональный подход. Если говорить о профессиональном футболе, здесь потребуется 11 игроков, где каждый будет выполнять свою роль. И если игроки выбраны верно, то у нас получится слаженная командная игра, которая обязательно приведет к победе. Так и в уходе за кожей. У каждого средства есть своя обязательная роль, без которой невозможно тщательно, грамотно ухаживать за кожей. Вы можете подумать, что комплексный уход – это очень много разных средств, слишком много времени и большой бюджет. На самом деле это не так. Вам потребуется всего лишь 5 средств и 2 минуты времени утром и 2 минуты времени вечером. То есть всего 4 минуты в день. Я думаю, что каждая девушка, даже самая занятая, имеет такую возможность и такой лимит времени для того, чтобы посвятить его уходу за собой. Какие средства, какие этапы обязательно должны входить в ваш комплексный подход, комплексный уход за кожей? Прежде всего, это очищение. Да? С этого все начинается, потому что кожа должна быть тщательно очищена после дневного загрязнения, после пыли, грязи, микроорганизмов, после макияжа, который мы делаем себе для того, чтобы лучше выглядеть днем. Утром мы должны очистить кожу, потому что за ночь она вырабатывает сальный секрет, появляются отмершие клеточки, которые нужно обязательно смывать очищающим средством для того, чтобы кожа выглядела сияющей и лучше принимала все средства, которые вы затем на нее наносите.
Второй этап – это уход за областью век. Глаза – это особенная зона. Во-первых, это зона повышенного внимания. Когда мы общаемся друг с другом, мы обращаем внимание на глаза в первую очередь. Поэтому важно, чтобы область век была ухоженной. Это самая тонкая кожа на лице. Можно сказать, что кожа на лице – это хлопок, а кожа в области век – это шелк. Представьте, нежная, деликатная, очень тонкая ткань, которая постоянно задействована. Мы несколько десятков тысяч раз сморгаем, мигаем, хмуримся, жмуримся. То есть во всей мимике в течение дня у нас задействованы веки. Именно поэтому первые морщинки у нас появляются именно в этой области, где самая тонкая, нежная, чувствительная кожа. Поэтому для области век нужно отдельное средство, да, крем, который будет и очень эффективным, и при этом легким, и при этом абсолютно безопасным, потому что рядом находится слизистая. Следующий этап – это сыворотка или активатор. Это возможность усилить работу кремов, и это возможность получить мгновенный результат, потому что сыворотки в наших наборах комплексного ухода позволяют моментально преобразить кожу. Все наши сыворотки содержат активные компоненты, которые проникают в глубокие слои кожи и являются транспортирующими частицами, которые позволяют усилить эффективность дневного и ночного кремов. Четвертый этап – это основной уход. Это использование дневного крема днем. Его основная функция, как вы уже догадались, защитная. Это одежда для нашей кожи. Мы одеваем кожу в дневной крем, чтобы защитить от перепадов температуры, от пыли, грязи, бактерий, табачного дыма, выхлопов машин, от всего того, что встречает нашу кожу на улице. А также дневной крем призван удерживать влагу, позволяя нам дольше оставаться виноградинками. Ночной крем – это питание, это еда, потому что когда мы спим, наша кожа продолжает работать, она восстанавливается, и ей нужно хорошо, плотно поужинать для того, чтобы эффективно поработать ночью. Поэтому ночные кремы, они богаче по составу, они более концентрированные. Ночные кремы содержат комплексы питательных веществ, которые позволяют коже быстрее и легче восстановиться после дневных забот. Всего лишь 4 шага, всего лишь 5 продуктов, которые нужно использовать каждый день, утром и вечером, для того, чтобы ваша кожа максимально долго сохраняла свою молодость и красоту. Ну и теперь, когда вы знаете про этапы комплексного ухода, вам остается только определить, с чем вы хотите поработать, что, на ваш взгляд, нуждается в коррекции прямо сейчас. У нас есть 5 серий для женской кожи и 1 серия для мужчин. Если ваша задача увлажнить кожу, добавить ей сияние и энергии, то правильным выбором станет серия Skinergize Ideal Perfection. Эта серия специально разработана для того, чтобы дать коже максимальное увлажнение и добавить энергии клеткам кожи при помощи комплекса с таурином и скандинавскими водорослями. Это настоящая чашечка натурального эспрессо для вашей кожи, которая взбодрит ее и вернет ей сияние и увлажнение. Если ваше пожелание к косметическому набору – это борьба с морщинами, то самым правильным выбором станет серия Ecologen Wrinkle Power. Серия, которая эффективна в отношении любых морщин, от мимических до возрастных и более глубоких. У серии потрясающий состав и очень эффективные компоненты, такие как трипептид-технология. На основе пептидов пшеницы, риса и дрожжей они дают энергию клеткам кожи, усиливают выработку коллагена и эластина, постепенно сокращая глубину имеющихся морщин. Это низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая глубоко увлажняет, делает кожу более упругой, тонизированной и также разглаживает морщины. Это ниацинамид, витамин В3, который улучшает тон кожи и работает на укрепление барьерной функции кожи. Это морской пребиотик, который усиливает иммунитет кожи и делает ее менее чувствительной и склонной к раздражениям. Если ваше пожелание косметической серии – это тонус и упругость, то самым правильным решением будет серия Ultimate Lift Contour Define. Серия разрабатывалась нашими учеными в течение 7 лет, потому что это очень серьезный вызов вернуть коже утраченную с возрастом упругость и тонус. Всего за 1 месяц кожа становится на 40% более упругой, а за 3 месяца она становится более упругой на 70%. Согласитесь, это результаты, которым можно только мечтать. Ключевая технология этой серии – аспарталифт. Она стимулирует фибробласты, делая их более энергичными, как будто они помолодели на 20 лет. Это усиливает производство коллагена и эластина и возвращает былую упругость кожи. И стволовые клетки, которые мы используем в этой серии, это Будлея Давида. И
Задача этого компонента – замедлить уничтожение коллагена, сохраняя природные ресурсы нашей кожи для того, чтобы продлить молодость и красоту. Если вы хотите вернуть сияние кожи, поработать с тоном и избавиться от пигментации, то правильным выбором станет серия Brilliance, которая позволяет уменьшить пигментацию на 20% за счет того, что работает с тоном кожи, содержит такие сильные компоненты, как ниацинамид, галловая кислота и растение Plantago lanceolata, подорожник ланцетолистный. Эта серия делает кожу более ровной, сияющей, увлажненной, снимает воспаление и покраснение, работает с сосудами, уменьшает выработку меланина, а значит предотвращает появление пигментации и работает с уже имеющейся пигментацией. Если же ваш возраст старше 50 лет и на вашей коже вы видите множественные проявления возраста, то самым правильным выбором для вас станет серия Time Restore, которая позволяет решать сразу несколько задач. Она делает кожу более эластичной, смягчает, увлажняет, работает с пигментацией. То есть все, что нужно женщине в золотую пору ее возраста и ее кожи. И если вы хотите, чтобы рядом с вами были привлекательные спутники жизни, если у вас есть муж, сын, отец, то у нас есть прекрасная серия для ухода за мужской кожей Novage Pen, которая собрала в себе самые мощные свойства растений антиоксидантов, такие как баобаб или гинкго билоба, а также кофейное дерево, чьи стволовые клетки мы используем в этой серии, то это будет самым правильным выбором для того, чтобы ваш мужчина как можно дольше сохранял привлекательность своей кожи и не сталкивался с проблемой старения. Мы предлагаем решение ваших проблем, укомплектованное в удобные наборы. И это, во-первых, эффективнее, а во-вторых, это еще и выгоднее, потому что цена набора на 30% меньше, чем покупка всех средств, входящих в набор, по отдельности. Мы поощряем ваше желание ухаживать за кожей, ухаживать за собой и выглядеть привлекательно. Это лучшее соотношение цены и качества. И это 100% гарантия результативности для вас. Если вы хотите узнать больше про уход за кожей, про наши серии, про компоненты, которые входят в состав, приходите на сессию по уходу за кожей. Наверняка в ваших городах очень многие партнеры бренда Oriflame проводят эти сессии. Не упустите возможность узнать больше про уход за кожей и про возможности шведской косметики. Ну и давайте посмотрим, что же еще есть в портфолио по уходу за кожей у шведского бренда, у компании Oriflame. Одна из наших серий – это серия Pure Skin, предназначенная для молодой кожи, склонной к высыпаниям и воспалениям. Это возможность смягчить переходный период, который переживает каждый человек, когда он становится подростком. Это возможность сделать кожу менее проблемной, это возможность сделать подростка более уверенным в себе. В состав этой серии входят такие компоненты, как салициловая кислота, фруктовые кислоты, экстракты растений, папайя, ананас, богатые фруктовыми кислотами, позволяют усилить клеточный обмен, позволяют уменьшить количество черных точек на коже и уменьшить количество воспалений. Пусть юность, молодость будет как можно более безоблачной. Следующая наша серия – это серия Essentials. И это базовый уход с самыми нежными формулами тройного действия. Средства серии увлажняют, питают и защищают кожу. Серия содержит витамин Е, масло канолы, очень проста и понятна в своем использовании. Серия Love Nature, с любовью к природе, потрясающая серия с ярким дизайном, чьи средства созданы с особенной любовью к природе, потому что они имеют биоразлагаемую формулу. Упаковка состоит на 50% из переработанного пластика. Все средства не содержат силиконы, парабены, содержат только натурального происхождения скрабирующие частички. То есть это выбор для тех, для кого экология и любовь к планете – это не пустой звук. Это простые и понятные средства, которые содержат органические экстракты растений, собранных со всех уголков мира. Серия Optimals – это оптимальный уход, где каждая женщина может найти все, что ей интересно в плане увлажнения, антивозрастного ухода и ухода против такой проблемы, как пигментация. В сердце этой серии экстракты шведских растений, таких как береза, таволга, крыжовник, смородина, морожка, вереск.
Все эти растения отдают свою силу и свой многовековой опыт использования в косметике всем, кто выбирает для себя уход от бренда Optimals. Королевский бархат – это замечательная серия с потрясающим стильным дизайном и с экстрактом черного ириса в сердце каждого продукта. Серия ориентирована на женщин старше 40 лет, она подходит для любого типа кожи, замедляет возрастные изменения, борется с морщинами, улучшает упругость и тонус кожи. Если вы спросите меня, какую серию выбираю я для себя у компании Oriflame, то, конечно же, это бренд Novage и серия Ultimate Lift Contour Define. Эта серия со мной уже более 5 лет, и это, наверное, прозвучит очень смело, но тем не менее я скажу об этом. Сейчас мне больше нравится, как выглядит моя кожа, чем 5 лет назад. Я действительно вижу результат. Как мне кажется, мне удается справляться с гравитационным птозом. Я продолжаю сотрудничать с этой серией. Иногда я позволяю себе выбрать другие серии, такие как Skinergize или Brilliance, для того, чтобы решить какие-то текущие задачи, которые стоят передо мной. Улучшить тон кожи, добавить увлажнение. Но затем я снова возвращаюсь к любимой и проверенной годами серии Ultimate Lift Contour Define. И сейчас мне хочется спросить у вас, как вы ухаживаете за своей кожей? Все ли этапы вы используете в своем уходе? Какие серии вы выбираете? Какие компоненты входят в состав этих серий? Видите ли вы результат? Ответьте себе на эти вопросы. Вспомните еще раз, что кожа – это наша визитная карточка. И кожа лица всегда открыта взору другого человека. Ее не спрячешь в одежду. Поэтому она требует особенно трепетного ухода и отношения для того, чтобы мы радовались, видя свое отражение в зеркале. Если вы хотите еще больше, еще глубже погрузиться в тему ухода за кожей, вы можете это сделать на сайте компании. После логина и пароля в разделе «Актуальное», а также в разделе «Обучение», «Академия красоты», «Уход за кожей лица». Наши тренинги и вебинары вы можете найти на YouTube-канале компании Oriflame и там также погрузиться в эту интересную тему. А также, если вы любите получать новую информацию, когда заняты какими-то другими делами, например, едете на работу или занимаетесь хозяйственными делами, то специально для вас мы записали подкасты, которые вы можете найти на Яндекс, Apple и Spotify. Будьте красивы, ухаживайте за своей кожей, относитесь к ней как к своей лучшей подруге, и она ответит вам взаимностью.